Сербский теннисист Новак Джокович выиграл 10-й раз открытый чемпионат Австралии. В финале спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча прошла в Мельбурне. Победа Джоковича – рекорд турнира. Джокович выиграл свой 22-й титул на турнирах Большого Шлема и сравнялся по этому показателю с рекордсменом-испанцем Рафаэлем Надалем. Джокович дважды становился чемпионом Ролан-Гаросса, 7 раз выигрывал Уимблдон и 3 раза открытый чемпионат США. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Джокович займет первое место, сместив испанца Карлоса Алькараса.